Что думаете про pussy-hoisting? Ничего непристойного, просто криминальный сленг, ограбление меховых изделий. Ну раз уж начали, то еще 4 неприличных английских слова. Botshaft! Услышали bots и решили, что я говорю языком подворотня. Нет, это язык Шекспира, означает тупая стрела. Ну тупые. Вагинула. Оно не из английского, а из биологии. Вроде слизни и еще что-то сложное. Ну, популярный термин, короче. Slotswall. Комочки пыли, которые скапливаются по углам. Теперь их называют dust. Bunnies. Уже логичнее, конечно, но надо еще поработать. А что по-вашему dream hole? На самом деле это узкие окошки типа бойниц. А еще отверстия в колокольнях и просто в стене, чтобы проникал свежий воздух. Вполне себе приличные мечты.